все еще в Малибу. По Малибу едем. Витя, хоть бы окна помыл. Перед соседями неудобно. Перед зрителями неудобно. Это, я так понимаю, апартаменты, да? Это же... Или что это? Дома только вот такой. Ну, вот правильно оделась женщина. По погоде. Шапочка. Длинный рукавчик. А то прямо ходит, слушайте, в шортах, с коротким рукавом, в сланцах. Блин, в Цельсиях 16 градусов. Ну, как так можно вообще? Надо же соображать. Холодно же. Холодно. Ой, какие цветы вокруг. $15 парковка. Че, вообще офигели, что ли? Ну, Джей говорит, наверное, нет мест. Видите, как все забито. Ну, правильно, я говорю, суббота вечер. Надо же было заранее подсуетиться. В нормальное место и не попадешь. Короче, говорю, Джей, ну нафиг, посмотри, сколько машин и один ресторан. Естественно, мест, наверное, нет. Ой, девушка идет, официантка. Официантки, конечно, классные. Тут вон в шортах, в трусах, можно сказать. Утягивающих. Так, Джейчик, не смотри. Ой, какие холмы красивые, боже. Ой, какая красота. Блин, что за дорога такая? Дры-ды-дын, дры-ды-дын, дры-ды-дын. Ой, какая прелесть. Вот, оказывается, почему такие зелененькие холмы. Это желтые цветочки, потому что. Ой, ой. Вот это может быть наш отель, Джейчик. Is it our hotel? Ха-ха-ха. Конечно, это не наш. Мы теперь деньги экономим. Мы не можем в красивых, дорогих отелях останавливаться. Мы теперь еще подешевле, блин. Кому-то, ну, очень жарко, ну, пипец. Печалька. Есть просто кафешка со сладостями. А хочется жратки по-настоящему так. Пищи хочется настоящей. А вот что это такое? Такие вазоны здоровые. Дичек, короче, на расслабоне, блин, обычно, знаете, он заказывает заранее все рестораны, все продумает. В этот раз он говорит, нет, будем вот типа хаотично действовать. Где что увидим. Короче, или Г откровенная, или мест нет. Все, кьют. Бугенвиллия какая, смотрите. Какая шикардосная. А вот Bird of Paradise. По-нашему стрелеция. О, нифига себе, галантный какой. Едем сюда. The Sunset Restaurant. Ой. А что это? А, это пляж прямо. Ух ты. Малибу бич. Бич-бич. А где тут спасатели Малибу? Ой, как я давно не была в Малибу. Год, наверное, точно, а то и два. Ой, что-то на улице как-то холодно. Забрали нашу машину. Ой, аж здесь песок. Прикольно.
Ой, здесь как-то тепленько. Странно. В городе холоднее, чем возле океана. Такое бывает? А, ну правильно, летом теплее возле океана. Правильно я говорю? А, нет, зимой. Перепуталась. Зимой, короче, теплей, а летом холодней. Ой, суккулентные какие. Ой, а вот. Красотища какая. Ой, вообще. Надо пикчи сделать. Не знаю, слышно вам или нет, русская речь за мной. Девчонки такие по-русски, потом по-английски, потом опять по-русски. А вон какие идут. Так, зачем мы сюда пришли? Сейчас будут возбуждать моего Джейчика своими шортами, блин. Какие ножки. Ой, какая собака, боже. Джичка, спагетти болоньезе, лингуини сифуд и пармезан чиз. Салфетки здесь, столы такие, ну, видимо, стиль. А салфетки, видите, салфетки на коленке. Нифига себе Джесси насыпал. Может, я тоже хочу. Такая маленькая вилочка. И ложечка. Хат? Хат. Вот пьем Малбек аргентинский. Ирочка, если будешь смотреть, привет тебе в Аргентину. Представляете, я первый раз за все это время, какую, и вообще, мне кажется, я после Гавайев еще ни разу не пила алкоголь. Вообще, мне не тянет. Я не могу стресс снимать алкоголем. Ничем. Я ни едой не могу, ни сладким стресс заедать, ни алкоголем. Такая натура. Вот мы пьем итальянский кофе, я надеюсь, всем девчонкам, особенно моей натучке Сардинии, привет. Джичик у Басбой обновил кофе, а я хочу попробовать латте, посмотреть, может быть, они мне что-то нарисуют интересненькое. Что-то так танцевала девушка, я ей показала вот так. Она мне говорит, gracias. Еще подумает, что я лесбиянка какая. А нет, я гетера. Ёпте море. Это что вот это такое? Джичик, вот чайная ложечка, гляньте. Это что такое? Вы видите, до чего кризис в Америке довел? Какие стали кейки подавать? Что это за кейк такой? Джичик, кухай. Что-то тут для Джичика только, для меня нет тут вообще. Зря я ложку приготовила. На. For you. Not for me. Oh, so good gelato. Джичи говорит, gelato очень хороший. Такой хороший gelato. Try this cake. Так вот, как приблизишь, как будто большой. На самом деле маленький такой. Девчонки какие идут, смотрите. Что-то мы как-то вот рановатенько уходим с Джеем. Тут вся тусовка сейчас только начинается. Вот все время спрашивают, привет, как дела или как ваш день сегодня?
Молодцы. А вот какая парочка идет, смотрите. Джечка такой говорит, ой-ой-ой, я говорю, что такое? Он говорит, why so expensive? Говорит, почему так дорого? Ну, прикалывается, $137. И плюс тип. Ну, чаевые. Сейчас посмотрим, сколько будет. Я в уме-то считаю плохо. Я только вот так вот пальцами считаю хорошо. Посмотрите, уже со второй собачкой. Хотя вот написано, с собаками нельзя. А посрать им нельзя. А они хотят, и кто их выгонит, и кто их не будет обслуживать, собака. А вот сейчас посмотрим, будут обслуживать или нет. Будут, вон они пошли. Собачку сейчас возьмут на ручки. Вот и правило, блин. Джейчик пришел со своей собачкой, со своей сучечкой Джей пришел. И пропустили. Вот Джей сейчас подписывает. 160 полный чек, а был? Сестки 137. Плюс $23 чаевые. $160. За что? Вот что я поела, вы видели? Я что, наелась, что ли? Я довольная, нет? Еще одна one cup, одна пара с собакой, да с какой большой. И пустят сейчас, возможно. В смысле пустят? Они еще решают, зайти или нет. Что-то он ей такое говорит. Типа, давай, дорогая, попробуй, а я постою в сторонке. Хочу еще собачку. Хочу собачку. Посмотрите, бугенвилия и скалы. Бугенвилия, скалы и лысинка Джейчика. Подстригся сегодня. Я говорю, езжай в поликмахерскую, к цирюльнику езжай. Нет у меня настроения тебя подстригать. Посмотрите, какая красота. О, здесь тоже хорошая музыка аутсайд на улице. Подогнали точилу нашу. Thank you.